В республике выявили лучших фигуристов. В рамках фестиваля «Зима начинается с Якутии» в столице прошли соревнования по фигурному катанию. В них приняло участие 46 юных спортсменов из Мирного и Якутска. Компетентное жюри оценивало мастерство катания, технику и артистизм. Помимо этого, спортсмены смогли повысить свой разряд. После двухдневных соревнований выявили юного фигуриста, вручили первый, второй и третий юношеские разряды, а также первые и вторые спортивные разряды. Организаторы до конца года намерены провести еще одно соревнование среди детей и взрослых. На этот раз фигуристы соберутся в городе Верюнгри. Ну, могла бы получше, но так довольна. Третье место. Мечта дойти до хотя бы до первого спортивного, а потом уже как получится.